историй, а у меня истории такие странные, что рассказывать не стоит. Мы постоим еще немного, да поговорим. Потом вопросы вечные, ну как дела на семь? Мы снимем то, о чем рассказывать не станем. И как магнитом меня к тебе все так же тянет. Мы вам потом покажем, как было интересно. Я принцесса, больше счастья, меньше стресса. Можешь стереть мой номер, удалить страницу. От этого не станем друг другу не чесниться. И на ресницах вся правда застывает. Все при этом я люблю тебя, да, не бывает. Можешь стереть мой номер, удалить страницу. От этого не станем друг другу не чесниться. И на ресницах вся правда застывает. Все при этом я люблю тебя, да, не бывает. А ты словам не веришь, а смотришь за поступками. Он типа недостоин, ты типа недоступная. Его свои замуты, не нужен ты кому-то. С подругой снова ты и всякие манты. Он любит пить чай и музыку оставляет. По вечерам обычно районы качает. Он отвечает, выделяет, прямо отмечает. Ты странная проблема, тебя не забывает. Ты слишком бледная, с характером принцессы. Ну и сначала больше счастья, меньше стресса. Он парень преданный, кому и преданон. Ты любишь яркое, когда под альбом. Девочки, падики, стоечки, падики. Вечер и шутки, долгие мутки. Мальчики в майках, девочки в майках. Опа, зеркалка, с фоткой и лайкни. А ты другая, ну прям такая дама. Не забывай походку, держи спину прямо. Не будь такой упрямый и разреши ему же быть твоим парнем.